Девушка по имени Алекс застревает в свой 21-й день рождения в зале игровых автоматов. Друзья решают сделать ей сюрприз, однако убийца в маске Микки Мауса неожиданно устраивает им суровую игру на выживание. Место для фаната. Место для охотника. Где он? Ловушка Микки Мауса. Компания молодых людей решает сыграть в древнюю магическую игру «100 свечей». Герои собираются в старинном особняке и садятся в круг из сотни зажженных свечей, транслируя свои действия в интернет. Каждый должен рассказать страшную историю, но в разгар игры все ужасы начинают оживать и воплощаться в реальность. Выживет только тот, кто сможет вернуть демонов обратно. Кто вернет демонов обратно? Потустороннее измерение. Прошел год после того, как полицейский Уилл Лорен, арестовав лидера кровожадной секты Джона Малума, сошел с ума, перестрелял половину полицейского участка, включая коллег и задержанных, и застрелился сам. Его дочь Джессика впервые заступает на службу в качестве полицейской и, надеясь найти ответы на давно терзающие ее вопросы, сама вызвалась провести ночную смену в том самом участке. Пока остальные патрульные, занятые из-за организованных последователями Малума беспорядков, Джессика замечает, что в пустующем здании творится что-то неладное. Я больше этого не вынесу. Просто выпустите меня. Мы молимся в храме низшего бога. Выпустите! Стой! Начнется ритуал. Малум. Молодую американку отправляют в Рим на служение церкви, но в Ватикане монахине придется столкнуться со злыми силами, которые заставят ее усомниться в собственной вере. Девушка узнает об ужасающем заговоре, цель которого – рождение Антихриста. Children, but I have many friends, and some of them are with me. You don't have to be afraid. В канун Рождества бесстрашная Уинни спасла свой городок от серийного убийцы, но ее жизнь превратилась в кошмар. Загадав желание никогда не рождаться, она переносится в параллельный мир, где тот же психопат в маске вновь терроризирует город. Это сбылось. Крик. Ночь перед Рождеством. Благодарю вас за просмотр, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь, напишите комментарий. Читайте мои книги и ждите новые ролики. Спасибо.